друзья, перед вами один из тех абрикосов, которые называют суперсорты. Сорта это поздний Филиппиево. Средний размер плода 100 грамм. Попадается и 120-граммовый. Вот. Морозостойкость у него, он уже тут прожил минимум 30 лет. В общем, привык, скажем так, привит, как положено, посажен на холм, так и привит на мажорский абрикос. Можете убедиться сами. Мажорский абрикос он не обгоняет, видите? Вместо прививки, посмотрите, как выглядит. Вот, почему? Прививка очень низкая, с 4 года плодоношения, сейчас ему лет 6. Вот, значит, в чем его особенность? Ну, может, 7. Вот. Конечно, жизнь у него нелегкая. И когда у него начинает отмирать древесина, видите, вот, грибы, лишайники, но тогда в этом случае дерево выбрасывает что? Замену. Вот про нее будем говорить. Случилась страшная беда. Из-за нескольких умников, которые ни хрена не понимают, вот эти вот ветки, вот раз, два, три, после обрезки вылезли. Вот. Видите, еще показать, вот эти ветки, они признаны волчками, жирующими. И эти волчки находятся в страшнейшей опасности. Миллионы садоводов обязаны их уничтожить. Значит, объясняю, эти так называемые волчки жирующие на самом деле ценнейшая часть дерева, но появились они не из почек, даже не из спящих почек. Спящие почки, вот они, видели, вот они. А это клеточный материал из клетки, одно из чудес света. Почему раз навсегда я железо отменил? Чарльза Дарвина. Дело в том, что именно эволюция это не подчиняется внутри клетки готовое дерево, чего не может быть никогда. Лучше идите в церковь и на всякий случай замаливайте грехи, потому что это божественное творение. Но мы отвлеклись. Дело в том, что они первый год не дают плодов, смотрите. Вот. На второй год редко или не дают плоды. Почему? Развивается с нуля, там у него еще корень внутри есть. Вот, в данном случае не видно, но, господи, тебя тут не хватало. Это я не вам, это я коту. Так вот, значит, на третий год случается вот это чудо. Внимание, смотрите, все в цветочных почках, все будет в цветах. Ошибка страшная, невыносимая. Дерево восстанавливает крону. Вот, пробуждая именно клетки. Вот, и они ничуть не хуже, только вот посмотрите. Вот, видите? Вот она пошла, пошла, пошла. На ней цветов нет, а на третий год появится. А вот еще, смотрите сюда. Вот, а вот эти я уже взял на прививку. Они вот это вот 3 года, 2 года. Вот, и я уже взял прирост последнего года на прививку. Как это все донести до людей? Ума не приложу. И уже после сильнейшей обрезки вы видите абсолютно здоровые, плодоносящие ветки. Видите? Вот как это случилось? Очень просто. Дерево нуждалось не в обрезке. Нет, есть такое, в обрезке вообще не нуждалось. Но это маточное дерево, я вынужден его калечить. Тогда получилось так, что уже черенков взять было невозможно. Была сделана кардинальная обрезка. То есть допустим, этой ветке 3 года. Видите? Вот этой ветке 3 года. Так? Вот этой, может быть, 4 года. Вот это. Вот. Я имею в виду вот этот толстый штамп. До пня, до обрезки. Вот. Внимание. Еще. Видите? Что происходит в таких случаях. И восстанавливается. Ветки продолжают развиваться. Причем, чем дальше, тем гуще.
Вот те умники, они даже не знают, что, что обрезая ветки, они загущают дерево, а не осветляют. Они даже этого не знают. И вот, наконец, пришла пора, это уже и весенняя обрезка, специальная, как маточного дерева. И там они уже отнесены туда, заготовка черенков. Так. Теперь получается так. Сейчас это будет замазано. Вот она, видите, все по-честному. Ведро с краской. Сейчас это будет замазано. И на следующий год вот эти вот. Обычно 5-6 почек оставляю. 5-6. Вот 3-4 из них пойдет вот так. Вот так пойдет. Вот так вот. И каждый из них будет, практически каждый из них будет годна на прививку. Да, они станут потоньше. Вот, например, вот это, видите, потоньше. Вот такие самые подходящие. Ну, размер с карандаша. Можно и такие, но это уже не на любителя даже, а на специалиста. Такая толщина. Вот, еще раз. Волчков здесь море. Вот они. Вот. И уничтожать их — это величайшая глупость на свете, возведенная в ранг истинной последней инстанции. Понимаете? Вон туда посмотрите. Вот это все, что вы видите, я туда не дотянулся. Я их оставлю, знаете почему? Вот эту ветку я тоже должен был укоротить, чтобы она дала тут примерно так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук 10 веток. Каждую из них, если я укорочу вот так вот, вот так вот, тогда я получу 30 веток на прививку, ценнейших. Суперсорт. Я специально эту ветку не трогаю, чтобы вам показать осенью плоды. Договорились? Фух, господи, сколько дури в этой мире в садовом. На этой грустной ноте я вынужден с вами попрощаться. Или показать еще. Вот видите. А знаете, что было здесь? Это нарядная фима. Тоже суперсорт. Ради мощнейших веток, посмотрите, она дала приросты 1,5 и 2 метра. Вот она, ну почти 2 метра. В основании даже невозможно вот такое представить, что это. Сергей прививает такие, но не каждому дано. Вот. Я брал на прививку, смотрите. Вот. Ну, несколько штучек, это, ну, для души. А, допустим, обрезка на продление, то есть чтобы она на следующий год дала ветки, уже будут покороче. Но вот здесь вот считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот здесь отрезаю, вот это все распушится, и тогда они будут потоньше, ну примерно вот такие вот, еще год послужат. Потом когда я вот такую вот обрежу, где-то здесь вылезут вот эти вылезут 3-4, и все. А потом я буду где резать? Ну, догадайтесь, вот тут уже. Вот, и это еще молодое дерево, после кардинальной обрезки, оно еще не нуждается вот в такой обрезке. Вот такой. Это будет спустя год-два. А вот это уже нуждается. Вот это. Поэтому и видите, пень. И это пень продлил жизнь дереву как маточному. Хотя фактически он ему жизнь сократил. Если бы я вообще к нему не подходил, оно бы могло прожить, как он, тот патриарх. Вон он там, в самом конце, смотрите. Как тот патриарх. Ну что, благодарю за внимание. Еще раз, уважительнейшее отношение к волчкам. Оставьте их в покое. Наверное, назову «Руки прочь от волчков». Наверное, так в фильме назову.